Салам алейкум, пацаны! Мы зашли на аккаунт бомжа, где тут есть лутбоксы, с которых мы должны сегодня выбить ему хотя бы пару скинчиков на постоянно. Лутбоксов, конечно, немного, но они есть. Ведь это аккаунт бомжовский, друзья мои. Почему бомжовский? Потому что тут реально мало лутбоксов, вот. Но не весь аккаунт. Аккаунт, конечно, сам по себе более-менее, вот. Но лутбоксов, конечно, мало. Но сегодня, в общем, у нас челлендж. Выбить хотя бы пару скинчиков на ему на постоянно. Конечно же, взамен попрошу вас поставить обязательно лайк, подписка, колокольчик обязательно нажимайте. Не забывайте обязательно, друзья мои, написать что-нибудь в комментариях. Ну и всем желаю приятного просмотра. Кстати, друзья, не забывайте обязательно прямо сейчас перейти по ссылочке на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там я скидываю все свежие новости, общаюсь с подписчиками, а самое главное, подвожу итоги на все конкурсы. Давайте тянуть не будем, поехали. Первое, что нам должны выпасть, это, конечно, друзья мои, хотя бы пару скинчиков на оружие. И нам падает, конечно же, куб. Нет, маска, шлем, голова. Получена редкая вещь, это получается голова. В принципе, неплохо. О, и еще получаем скинчик на питомца. Ну, нормально, нормально. Вот это, я считаю, пойдет. Поехали дальше. Дальше у нас получается 2 лутбокса на дробашек. 24-24 часа, маловато. 2 скинчика у нас получается на ФАМАС. Не выбили ничего. Так, коряк, да, и тут еще есть маг и так далее. Ну, блин, тоже тут, в принципе, ничего тут не упадает на постоянно. Но зато нам падает на часы. Хотя можем мы поиграть с этих часов, да? 3 дня кар, коряк точнее. 9 скинчиков, ноутбокс на... А, понял, это на жетоны. Так, тут у нас получается тоже фигня. Тоже фигня, открываем сразу же. Вот, вот граник. Пытаемся выбить граник, 24 часа маловато. Пожалуйста, нам нужно хотя бы еще один скинчик на постоянно. И тогда наша миссия будет выполнена. 3 дня, 24 часа. Блин, маловато. Реально маловато. Давай магический куб. Ага, конечно, магический куб. Так, скарчик. 24, 3 дня. О, скарчик выпал на 3 дня. Уже нормально. Уже это, скажем так, не бомжовский аккаунт будет. Так, также у нас есть ФАМАС. ФАМАС, 2 лутбокса, 7 дней, нормально, пойдет 7 дней, МП40, и нам падает 24 часа, маловато, на самом деле реально маловато, очень даже маловато, 24 часа, нам тоже, короче, в общем, на постоянно пока ничего падать не хочет, но по-любому хотя бы один лутбокс выпадет на постоянно, пожалуйста, 3 дня, 24 часа, маловато, маловато, так, также один лутбокс кар, также эмочка, 2 лутбоксика, так, 7 дней дробашек, ну, в принципе, пойдет. P90, друзья мои, тоже. 2 лутбоксика, и нам падает все по 24 часа. Маловато. Скарчик. Есть! 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 Один выбили скинчик СКС. О, уже не, не бомжовский. Уже есть что-то, уже даже с чего поиграть. СКС, хорошее, кстати, оружие, друзья мои. Хорошее. Так, МП40. МП40. 24. Все по 24 часа. На 4 дня, грубо говоря. Ладно, пойдет. Так, калашек не выбили на постоянно. Так, один скинчик есть. 3 дня, 24. Нормально, 8 дней поиграть есть. Пожалуйста, еще один скинчик на постоянно и будет шикарно. 6 дней дробашек, нормально. Вот это пойдет. ФАМАС, 3 дня, 7 дней, 3 дня. Офигеть, 13 дней. Скар Купидон, пожалуйста, постоянно что-нибудь. 3 дня, 24, короче, 4 дня, грубо говоря. Так, ну и будет заканчивать наши лутбоксы, это эмочка и МП40. Пожалуйста. Ну, давай хотя бы еще один скинчик на постоянно, очень прошу. Ладно, 3 дня падает, маловато. Блин, бомжовский аккаунт, ай, друзья мои, ну, ладно, мы старались. Мы реально старались. Что на этом аккаунте есть? Как видите, тут реально аккаунт очень слабенький, реально очень слабенький. Конечно же, я постарался. Я постарался ему, одна эмоция всего лишь. О, как тут все слабенько, братва. Реально все слабенько. Но один скинчик выбили. Выбили скинчик на питомца. И выбили еще... что-то еще, короче, выбили. В общем, ну, я считаю, пойдет. Я считаю, пойдет. В принципе, неплохо. Для бомжовского аккаунта это реально нормально. Друзья мои, также, если есть у вас аккаунты, если есть у вас, скажем так, аккаунты с лутбоксами, с кучей лутбоксами, спокойно пишите мне ВКонтакте, ссылка на мой ВК в описании. С большим удовольствием открою ваши лутбоксы. Вот, могу с вами открыть, могу без вас открыть. В общем, если желание есть, пишите, откроем. Ну и всем вам я желаю, конечно же, хорошего настроения.
Здоровье самое главное. Не забывайте обязательно подписаться на телеграм-канал, там, где для вас все скидываю. Конечно же, не забывайте про настройки. Если вам нужны настройки, и вы не знаете, к кому обратиться, спокойно также пишите мне ВКонтакте. Приобретайте, цены недорогие. Каждому из вас настроим телефон до идеала. Будь доволен настройками 100%. Ну и с вами буду прощаться ненадолго. Скоро к вам вернусь с новым видеороликом. Всем пока, друзья мои, я вас люблю. Спасибо всем за поддержку, вы лучшие.